22 июня – одна из наиболее трагичных дат в истории нашей Родины. 76 лет назад в 4 часа утра нацистская Германия напала на Советский Союз. По всей стране по случаю этой даты прошли памятные мероприятия, возложение цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны. А все началось с акции «Свеча памяти». Патриотическая акция «Свеча памяти» традиционно стартует в час начала Великой Отечественной войны у обелиска Победы. В этом году утро было таким же ясным, как и тогда, 22 июня 1941 года. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. В мероприятии приняли участие губернатор Игорь Руденя, сенатор Российской Федерации Людмила Скаковская, председатель Законодательного собрания Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители региональных подразделений федеральных ведомств, участники специальной военной операции, волонтеры, юнармейцы, курсанты Академии ВКО, горожане. Свою жизнь за победу в этой войне отдали более 250 тысяч человек. Если вдуматься, это практически больше, чем половина жителей сегодняшней Твери. Вот и сегодня мы также боремся с нацизмом. Представители нашего государства, нашей молодежи защищают интересы всего народа нашей Великой России. Игорь Руденя подчеркнул, что представители Тверской земли, победившие в Великой Отечественной войне, были такими же юными, как и те ребята, которые приняли участие в этой акции. В соответствии с названием акции, представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово «Память». После этого состоялось возложение цветов к обелиску Победы, к Вечному огню, к подножию памятника воинам-интернационалистам. Здесь же, в храме Михаила Тверского, прошла лития, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.